spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня у нас в обзоре представлена серия бюджетных безинерционных катушек от компании Casodaco, входящая в линейку Supercast. Ее название 7IST. И здесь вы найдете как модели с передним или задним расположением фрикциона, так и с байтральной системой. Вес составляет от 223 до 311 граммов. А передаточное число одинаково для всех и равно 5 к 1. Давайте поближе рассмотрим Super Bait Runner 2500 7IST. При производстве корпуса SSL, в котором одновременно совмещены легкость и достаточная прочность, используются специальные пластики. Внутри расположен механизм Synetic Gear System, элементы которого сделаны из специального алюминиевого сплава. Кроме этого, детали покрыты защитным слоем, и благодаря данной технологии катушка работает мягче и дольше. Ротор также изготавливается из пластика. С целью свести к минимуму паразитную вибрацию во время работы катушки, при разработке этого узла применяется технология балансировки C-Balance Rotor. Обратите внимание, что с внутренней стороны установлены щеточки, которые должны предотвращать попадание лески под шпулю. Для более плавного хода устанавливается 7 подшипников. 6 из них шариковые и 1 роликовый. Холоднокованная алюминиевая шпуля увеличенного диаметра имеет специально разработанный дизайн, благодаря которому, по заявлению производителя, достигается максимально дальний заброс. Лесоемкость составляет от 95 до 130 метров монофила диаметром 0,25 мм. Для фиксации лески предусмотрена пластиковая клипса. Отметим наличие напыления нитрида титана на усиленной дужке и ролик лесоукладывателя с функцией противозакручивания. Это снижает трение при забросе и увеличивает его дальность. Мультидисковый фрикционный тормоз имеет переднее расположение. Как уже говорилось, в данной модели также установлена бейт-раннерная система. В задней части мы видим рычажок включения или отключения бейт-раннера и его регулятор. В нижней части, позади ротора, есть небольшой рычажок реверса. В положении ON катушка работает только в режиме намотки, а в положении OFF она крутится в обоих направлениях. Силовая ручка из алюминия снабжена плоским Т-образным кнобом оригинальной геометрии. В целях сохранности при транспортировке или хранении ее можно прижать к корпусу, ослабив винт с противоположной стороны. С его же помощью можно переустановить рукоять под другую руку. В комплект входят дополнительная шпуля из пластика. Ее можно заполнить запасной леской или шнуром другого диаметра и оперативно менять шпули в зависимости от условий ловли. А также практичный матерчатый чехол с веревочными утяжками. В нем катушка хранится в перерывах между рыбалками. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.